Всем привет! Рада всех видеть на своем канале и начинаем очередной обзор покупочек из магазина Fix Price. И как вы знаете, в самом начале показываю товары, которые уже использовала. Вот такой набор блеск тату, трафареты 6 штук, блестки 3 цвета и кисточка в наборе. Этот набор смывается водой, вот здесь даже так написано. Наносится быстро. Набор мне понравился, очень такой качественный, хорошо наносится, держится, пока не смоешь водой. Можно его использовать на праздники взрослым детям, очень здорово будет. Вот этот розовый очень яркий цвет. Я использовала один трафарет с бабочкой, вот таким золотым цветом посыпала, очень мне понравилось. Очень удобно носить вот этой кисточкой, просто обмакиваете кисточку в блестках. И наносите, растушевываете. Очень здорово. Набор классный. Всем советую. И сначала вам покажу продуктовые покупки. Как всегда, наши любимые макароны. Паста Collection 25,50. Две упаковки. Следующее это чай крепкий бергамотом. Тоже очень нравится. 25 пакетиков, 25,50. Также от этой фирмы появился в Fix Price, сегодня смотрела, чай, по-моему, 50 пакетиков. Стоил там 55 рублей, по-моему, так. И продолжая тему чаев, купила майский. Чайная галерея, чайные ассорти. Вот такие виды здесь. Благородный цейлон, душистый чабрец, ароматный бергамот и смородина с мятой. Давайте будем открывать, как там все выглядит. Большая вот такая упаковочка. 55 рублей стоил. Мне очень понравилась цена. Майский мы покупаем чай. Очень нравится. Так, здесь нужны ножницы. Так не откроешь. Все очень так выполнено красиво. Это все выпуклое. Коробочка красивая. Извиняюсь сразу за шуршание. По-другому не получается. Посмотрите, какая прелесть. Ой. Вот так вот выглядит это все. По 5 пакетиков в каждой ячейке. Ну, здорово. Всего 20 пакетиков получается. Здесь так и написано. 20 пакетиков по 2 грамма. 55 рублей, мне кажется, на подарок. Здорово будет. Каждый будет рад такому подарку. Очень классно. Нам есть чем гордиться, нам есть что любить. Классно придумано все это. Выполнено. Будем пробовать. Я, правда, черный чай не больно люблю, но будем пробовать. В основном пью зеленый. Вот такая вот коллекция чайная появилась в Fix Price. 55 рублей стоило. Так, следующее хочу показать. Новогодние товары подкупила кое-какие. Я вам показывала, когда делала поделку снеговичков. Вот такие вот мишура новогодняя. Я этикетку, правда, выкинула. Мишура новогодняя. Ну, все знаете, проволока. Вот, я ее уже использовала. Хорошая вещь. Из этой же серии у меня есть красная. Вот, будем для поделок с вами использовать. И когда доставала мишуру, нашла, посмотрите, в прошлом году что покупала я. Вот такие вот игрушечки новогодние. Это снежинка. У меня, по-моему, еще была звездочка такого же формата. Не могу найти пока. Она светится, нужно поменять здесь батарейки. Вышли из строя батарейки. И здесь также поменять нужно. Здесь включение. Такая звездочка, наконечник. В этом году почему-то я таких не видела игрушек. Может, еще привезут, не знаю, но пока нет. И зачем вообще я пошла в Fix Price? Это за пемосом, активный гель. Очень нравится. Все уже знаете, наверное, его. Показывать долго не буду. Хватает на 13 стирок. Заменяет 2 килограмма порошка. Супер гель, нам нравится.
хороший, приятный, хороший аромат оставляет на белье. И хорошо отстирывает все пятна. Всем рекомендую такой пемос. Пока сюда его поставлю. Так, еще зачем я пошла? Мне нужна была вот такая покупочка. Это тесто для лепки. У нас уже закончилось. Не то, что закончилось, а высохло. Дети у меня постоянно играют в плейдо. Наборы. И вот такое тесто нам необходимо. Попросили купить, потому что уже все высохло. Ну и перемешались цвета все. Зеленый, красный, желтый, синий. Кто не видел, давайте одно открою вам тесто. Покажу, как оно выглядит. Детям очень нравится. Мягкое вот такое вот тесто. Его нужно размять хорошо. Очень мягкое. Лепить. Самое то. И недорогое. 99 рублей стоило. Когда дети поиграют уже, мы складываем просто вот в эту баночку, удобную очень. Закрываем ее до защелкивания. И все. Оно так хранится. У нас хватает на месяц-два. Держится все нормально с ним бывает. Так что вот такое классное, замечательное тесто. Давно не покупали мы уже. Месяца 2-3 точно не покупали. Хватило того набора, который мы до этого брали. Следующая необходимая покупка — это мыло. Так, на этот раз я купила с экстрактом жасмина. Здесь 700 мл большого объема. Нам нравится, запах отличный, вкусно пахнет. Так что хорошее мыло. И руки не сушит. Следующая новинка — это дезодорант для обуви, антибактериальный, с ароматом мяты. И посмотрите, такие еще виды были нового дезодоранта для обуви, не для ног. Стоп устраняет неприятный запах. Вот такой дезодорант, очень приятно пахнет. У второго дезодоранта не понравился мне запах, сладкий. Такой резкий, сладкий, мне не понравился. Вот купила с мятой, более-менее нормальный оказался. И ненавязчивый. 55 рублей. Цена указана прям сразу на упаковке. Не приклеена. Вот такой вот дезодорант, новинка. Итак, следующая моя покупочка. Штаны нам привезли вот такие. Суперские штаны. 99 рублей всего-навсего. За штаны, так еще плюс с начесом, посмотрите, класс. Я была в шоке, как увидела такие штаны. Качественно сделаны. Размер 116 на 6 лет я взяла. 20% хлопка, 71% полиэстер. Супер качество, супер цена. Мне очень понравились эти штаны. Ну вот, посмотрите, вот такие штаны. Одни большого размера, одни поменьше. Вот размер 110, 1 на 5 лет. И вот этот размер. И 116 размер на 6 лет. В детский сад носить. Также под штаны зимние и так далее. Очень хорошие, мне понравились. И такая смешная цена. Качественно прошиты. Все замечательно. Будем с удовольствием носить. Были также представлены в темно-синем цвете. И еще одна новинка. Посмотрите, наклейка декоративная. Алфавит. Давно хотела детям купить, чтобы учили буквы, алфавит. Вот, наконец-то я купила. И повесим, мы приклеим и будем учить с детьми. Также вот такие наклейки я покупала в прошлый раз, показывала вам. Очень понравились. Они на самом деле набирают свет днем, а уже ночью светятся. Я их приклею на комод. Во влоге вам потом покажу. Также в фикс-прайсе был алфавит пластиковый, как вы знаете. Но я его не покупала, потому что не люблю, когда разноцветные цифры, вот эти все буквы, висят на холодильнике. Потому что у нас на холодильнике все в одном цвете. Черно-сером таком. Так что я не использую такие вот буквы. А вот такие наклейки — это очень здорово. Ну и последняя на сегодня новинка — это ручки с проекционным фонариком от фирмы Flax. Батарейки уже в комплекте.
Мы одну открывали, вот эту еще не трогали. Так, давайте вам покажу. Она уже не работает, представляете? Работала всего, даже полчаса не было. Минут 20, от силы 15, все. И не работает. Наверное, села батарейка, я так думаю. Вот здесь вставляются батареечки, смотрите, маленькие. Придется покупать новые батарейки, даже не знаю, что с ней. Она работала нормально, все показывала. Детям понравилось. С удовольствием они смотрели картинки, машинки там. В основном вот такие вот, посмотрите. Вот такие машинки, мотоциклы, самолеты, пароходы, танки. Теперь давайте этот набор откроем. Надеюсь, будет работать нормально, все с ним будет. Так что батарейки нужно сразу покупать. Защитная штучка, опять вытаскиваем. И этот фонарик работает. Что-то заедает тоже, посмотрите. А здесь не работает ручка, не вытаскивается. Здесь фонарик не работает. Нужно поменять батарейки, наверное. А здесь сама ручка. Короче говоря, бракованные попадаются. Смотреть нужно в магазине, выбирать. Иначе возьмете вы сломанный фонарик-ручку. У нас ручка не работает, к сожалению. Как ее открывать, я даже не знаю. Не вытаскивается стержень. И это были все мои покупочки на сегодня. Кому понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И всем пока-пока!